Добрый вечер, дамы и господа, меня слышно? И даже видно, это прекрасно. Я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, и сказать вам одну вещь, на мой взгляд, важную. Сегодня мы вместе с вами присутствуем на удивительном концерте. И я бы сказал, что это не очередной концерт «Маримбы плюс», несмотря на то, что сегодня нет ни одного свободного места в клубе, а это уникальный концерт «Маримбы плюс». Почему? Потому что в январе месяце нашему коллективу исполнилось 19 лет. Вот. Да, это такая, в общем-то, уже серьезная достаточно цифра. В 19 лет любой человек чувствует себя достаточно уверенно, практически крепко стоит на ногах, знает, куда ему двигаться, чем заниматься. Ну, практически всегда в 19 лет это происходит. То же самое происходит и с нашим коллективом. Мы твердо стоим на ногах, знаем, куда нам идти. Вот. И сегодня мы хотели вернуться к истокам. Мы хотели сделать программу, в которой был бы полный практически спектр нашего творчества. Мы выступаем с большим удовольствием здесь, в центре Москвы, в клубе Алексея Семеновича Козлова. И сегодня эта площадка удивительная, на мой взгляд, по всем абсолютно параметрам, превратится просто в филармонический зал. Потому что те композиции, которые вам доведется сегодня услышать, они не звучат на каждом концерте абсолютно никак. Это невозможно. Итак, сегодняшний... Коленька, мне вот говорить «гость» слово вообще не поворачивается, честно говоря, язык, потому что музыкант, мой близкий друг Николай Солонович, сегодня вместе с нами мы прошли огромный путь, просто невероятный. Записали две или три, Коль, мощнейшие пластинки. Три или две с тобой? Одну целиком, одну частично. Ну, будем считать, что две. Два альбома, в них участвовал Николай Солонович. Итак, первое отделение мы хотели бы именно начать с того, что, собственно говоря, было, как мы звучали. И в первом отделении не будет вокальных партий, которые совершенно удивительным и сумасшедшим образом прозвучат во втором отделении. Я хотел бы сразу представить. Итак, Татьяна Шишкова, вокал, клавишный инструмент. Давайте познакомимся со всеми остальными. Наша духовая секция. Илья Дворецкий, флейта. Сергей Нанкин, кларнет. Бассет Горн сейчас в руках у Сергея. Бассет Горн. Труба. Виталий Филонов. И флюгель Горн. Саксофон. Михаил Зуев. Клавишные инструменты. Наша ритм-секция. Евгений Ярен. Бас-гитары. Они вот здесь за мной стоят. Их очень много сегодня. И на барабанах удивительный, потрясающий Дмитрий Сапожников. Мы начнем с композиции, которая называется «Танго Хот Айскрим». Горячее мороженое. Вы готовы? Замечательно. We'll be right back.
Спасибо большое, друзья. И сейчас прозвучит композиция, которая вошла в наш второй альбом. И, собственно говоря, именем этой композиции мы назвали нашу пластинку. Называется эта вещь «Зачарованный мир». Это программная композиция, которая написана по древнебританской легенде о короле Герле. Друзья, обычно я рассказываю эту историю. Она достаточно интересная, сказочная, полная приключений, обманов, надежд. И, как всегда, большинство британских легенд, они заканчиваются печально, так, философски. Я бы даже сказал, грустно. Вот. Почти как у нас, знаете, да, все умерли. Вот практически так. Итак, мы переносимся в древнебританский лес. Композиция называется «Зачарованный мир». Thank you.
Друзья мои, ну как, нарисовалась картинка сказочного леса. И дальше прозвучит боевик. Это композиция «Дань». Вообще, мне кажется, всей музыки «К», потому что существует такой формат. Да, это музыка из кинофильмов, из фильмов, из анимационных фильмов и так далее. И мы сделали свою версию в своей обработке музыки к кинофильму «Миссия невыполнима». Поехали. Thank you.
Спасибо. И сейчас прозвучит композиция, которую мы очень редко исполняем именно в клубах, но сегодня тот самый день и тот самый час. Итак, многолетняя работа. Эту композицию я писал несколько лет. Она много лет сначала формировалась, потом писалась от руки, большую партитуру, потом редактировалась, потом мы играли с коллективом, она еще редактировалась. В общем, на все это создание понадобилось примерно около 3,5-4 лет. И эту композицию мы записали на альбом. Есть альбомная версия, есть замечательная версия, которая находится на нашем канале Marimba Plus на YouTube. Итак, эта композиция, сочинение называется «Посвящение Иоганну Себастьяну Баху». Thank you.
Саша с басом. Спасибо большое. Ну и, друзья мои, настало время и черед, мне кажется, переломный момент сегодняшнего концерта. Сейчас прозвучит композиция, очень редко исполняемая, вы поймете почему. Мне кажется, в этой вещи сконцентрировано очень много, и порой наша жизнь состоит не только из хороших моментов, но и из трагических. Следующая композиция называется «Апокалипсис».
Дорогие друзья, спасибо огромное. Итак, еще раз, дамы и господа, Николай Солонович. Я молчу сейчас о званиях Николая, потому что если я начну перечислять его лауреатство, начиная с того, что это ученик Натальи Николаевны Шаховской, и заканчивая тем, что это педагог Московской консерватории по ансамблю. Поэтому, друзья, Николай Солонович. Мы активно сотрудничаем и будем сотрудничать. И я хотел бы сразу пригласить всех вас на наш акустический абонемент, который мы вот-вот с Николаем откроем. Сейчас идет продумывание репертуара. Это будет потрясающий квартет Николая Солоновича «Струнный». Это будут композиции, которые будут аранжированы для струнных и маримбы плюс. Поэтому добро пожаловать в Рахманиновский зал на наши акустические концерты. Николай Солонович! Мы сейчас сделаем небольшой антракт, буквально 3-4 минутки, для того, чтобы мы переставили немножко микрофоны и продолжим. Спасибо вам огромное! Дамы и господа, дорогие друзья, мы начинаем второе отделение нашего концерта. И начнем мы с композиции, которая тоже много лет с нашим коллективом и тоже претерпела огромное количество изменений в своем звучании, в своих записях, в концертном звучании, в студийном звучании. В общем, много-много-много версий. Но последние, наверное, года два мы остановились на том, что вы услышите сегодня. Эта композиция родилась много лет назад. Называется она «Иерусалим». И мне кажется, что концерт «Маримбы плюс» без этой композиции, он, наверное, всегда будет неполным. Он всегда будет недосказанным. Итак, «Маримба плюс», «Иерусалим». Thank you.
Еще раз с большим удовольствием представлю Татьяна Шишкова, вокал. Композитор Лев Слепнев. Спасибо, друзья. И я обязательно скажу, тем более сегодня нас с вами очень много, практически полный клуб Алексея Семеновича Козлова, это очень приятно. Еще раз огромное спасибо, друзья, что вы сегодня здесь вместе с нами. Давайте поаплодируем друг другу. Итак, Татьяна Шишкова носит почетный титул «Голос фламенко России». И сейчас мы хотели бы в связи с этим исполнить композицию, которая называется «Испанская фантазия». Pana que mi asunto.
da lo milagro que ya no puedo con ella. Ya no puedo con ella. A que me la partió a esa batita que yo tenía, primo mío de la arena. A que me la partió como que los mares me compré una que mare que yo voy a perderse en ti. Y tanto mío, y tanto mío, por tu querer, mi hermano Dios. Qué vergüenza que los gitanos se enteren que tengo mi fragua en venta y el maldito la entierra. Ay, tú y tú, la herramienta.
pozo de Anao. Morita mía, ay, tómate turbante, ni amor ni a cristiano se lo de Anao. Ay, ay, morita mía, ay, tómate turbante, ni amor ni a cristiano se lo de Anao. Ay, ay, morita mía, ay, tómate turbante, ni amor ni a cristiano se lo de Anao. Ay, ay, morita mía, ay, tómate turbante, ni amor ni a cristiano se lo de Anao. Ay, ay, morita mía, ay, tómate turbante, ni amor ni a cristiano se lo de Anao. Спасибо большое. Татьяна Шишкова. Дорогие друзья, сейчас я хотел бы, ребят, поменять местами композиции. Чувствую, что это нужно сделать. И мне очень хочется, буквально вот просит душа исполнить композицию, которая называется «Why». Причем мы переводим вообще два значения, знаете, да? У этого вопроса why. Есть почему и есть зачем. И вот мы выбираем всегда для себя второй вариант. Итак, Маримба плюс, композиция why. И эта вещь записана на нашем альбоме, который называется, если я не ошибаюсь, где мы записали эту, уже путаю, 7 пластинок. Киномания, да, точно, киномания. Это пятый альбом Маримба плюс. Итак, why, Маримба плюс. Thank you.
races, never could drum. Turning up black, listen to the rhythm run. We'll never feel it bad, angry or upset. Every second, pumping on the table. Hell, I want a truck as long as an angle. Funk is addictive, but not like crack. Black. The funk and the funk loves me so. I'm stuck to the funk and I won't let go. Ain't no matter what I'm never moving on. That's swell. Друзья, как у вас настроение? Всех слышно, все хорошо? Отлично. Итак, следующая композиция называется «Альдебаран». И... Вы знаете, очень многие спрашивают меня про программу, которая звучала, и про презентацию, которую мы сделали в московском планетарии. Эта программа называлась Gravity of Sound. Мы презентовали ее, мы сделали огромное большое шоу, трудились очень много времени, буквально полгода заняла в общей сложности вся подготовка. Мне все время задают один и тот же вопрос, когда же будет следующий планетарий. Друзья мои, мы... Очень надеемся на то, что это случится, потому что программа готова, московский планетарий готов. Осталось решить только совсем маленький вопрос, в общем-то, финансирование этого проекта. И мы вас обязательно оповестим на нашем сайте marimbaplus.ru, есть вся информация. Итак, Альдебаран. Thank you.
Спасибо большое, друзья. И сейчас прозвучит композиция, которая называется Eastern Market. Друзья, ну для этого нужно быть готовым. Вот вы сейчас созрели для нее, как вы считаете? Да? Не слышу вас. Отлично. Thank you.
Спасибо большое. Барабаны Дмитрию Сапожнику. Друзья, спасибо огромное. Мы очень долго думали по поводу того, что же исполнить в конце сегодняшнего концерта. Но сегодня очень приятно, что вся духовая секция в сборе. И такой мощной духовой секции очень хочется исполнять какие-то специфические композиции, которые вот прям очень хорошо ложатся. И поэтому мы единодушно вчера решили, что сегодня прозвучит композиция «На свадьбах Молдовы».
огромное спасибо. Коленька, Коленька, ты где? Николай Соланович, мы бросим на сцену. Иди к нам скорее. Маримба плюс! Друзья, огромное спасибо потрясающему, потрясающему просто звукорежиссеру Александру Лепешкину. Маримба плюс! Вы хотите еще? Soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar, en la mar, en la mar, en la mar, soy de la mar,
Друзья, еще раз Татьяна Шишкова, Сергей Нанкин, кларнет, бассет, горн, Виталий Филонов, труба, Михаил Зуй, саксофон, тенор, клавишный, Илья Дворецкий, флейта, Евгений Ярин, бас-гитара, Дмитрий Сапожников, барабаны. И композитор, основатель коллектива «Маримба Плюс», «Маримба Фанист», перкуссионист Лес Левнер. Еще раз спасибо. Друзья, я как всегда хочу напомнить, что у нас есть наши альбомы. Альбомы — это память о сегодняшнем вечере, о нашей музыке. Они здесь. Мы с удовольствием оставим автографы специально для вас. Маримба Плюс!